21 апреля, чистый четверг. Посмотрите, какие тучи на горизонте. У нас в доме просто темно стало. Скоро будет дождь. Переселенцев. Наша собака тоже теперь переселенец. Временный, я очень на это надеюсь. Сегодня у нас чистый четверг, 21 апреля 22 года. Дома мы уже все убрали, постель поменяли. Теперь пришло время почистить нашу собаку. Весна, он начал активно линять. Сегодня я его повычесываю. Для этого у нас вот есть вот такой вот фурминатор, которым мы будем вычесывать его. Так, котенок, стоять. Давай. Стоять. Все, замри. Собаку можно приучить по команде стоять и ждать, пока с ним можно сделать какие-то манипуляции. Я это использую команду, когда делаю уколы ему, или массаж, или нужно осмотреть его раны, если он там порезал что-то или где-то поцарапался. Ну и, конечно, поначалу нужно это все поощрять. У меня всегда с собой корм, лапка, блэк, молодец. Мы его кормим за это. Хорошо стоять. Стоять. Ну что, мы уже повычесывали его немножко. Вот такая вот у нас кучка собралась. Сейчас будем пробовать стричь ногтики. Много не буду. Не переживай. Вот, смотри, какой хороший мальчик. Давай другую лапку.
Вот, смотри, молодец. Ну-ну-ну, не жалуйся. Я чуть-чуть. Молодец. Супер, зайка. Тихо, я поняла, я буду попробовать. Тихонько все. Вот, молодец. Супер, мальчик. Вот чуть-чуть, чуть-чуть. Молодец. Хорошо. Да, еще было. Жать бочок, молодец. Ну а теперь можно с собакой поиграться немножко. Надеюсь, видео будет интересно, полезно. Всем мирного неба над головой. Всем пока.